Эй, всем привет! Меня зовут Вован. Играю я на Xbox. Карта называется Zombie in Space Land. Сейчас я вам покажу, как с помощью транспондера, который вот здесь можно приобрести за 25 билетиков, который можно просто заработать, поставить голову на робота. Я вам покажу, как с помощью этого транспондера выйти за пределы карты. Когда вы выйдете за пределы карты, там можно купить пистолет Пони. И при удачном сочетании стоять, и никто вас вообще-то не побеспокоит. Сейчас я вам все это продемонстрирую. Смотрим внимательно. Вот сюда встаем. Вот сюда кидаем. Смотрите. Кидаем. Нажимаем. Все. Вы за пределами карты. Вот он пистолет. Покупаем. Стоять надо в определенном месте, иначе будут зомби внутри доставать. Стоять надо вот здесь. Если вы стоите здесь, ни один зомби, который появляется внутри, не подойдет к вам. За качество звука и качество смонтированного видео извиняюсь сразу. Это мое первое видео. Надеюсь, будет еще. Жду комментарии. Кому что хочется увидеть, покажу. Итак, ну, до свидания. Смотрите. Я тут вообще не виноват. Наверное. Когда тебя ручонки тянут.